Я хочу стать президентом. А президенту очень много чего надо знать. Президент – это такая профессия, в которой очень много профессий. Где можно научиться сразу всем профессиям? По крайней мере, можно попробовать. Больше 60 тысяч школьников из 7 регионов России в рамках фестивалей «Билет в будущее» уже примерили на себя разные профессии и узнали, как работает биоинженер, кто такой градостроитель и чем занимается кристаллограф. 3 дня в каждом из регионов участников школьники строили, кодировали, проектировали и планировали, ставили опыты. Мне очень нравится, потому что прям вот узнаю много нового, чего не дают в школе. Занять этому форму я, возможно, уже даже определилась, кем я хочу быть. Больше 850 экспертов решили с ребятами за эти дни около 350 задач от работодателей и рассказали школьникам более чем о 100 профессиях.